Вот такая сегодня прекрасная погода, ребят. И хочу поговорить о том, как бороться с морской болезнью. Многие пишут, вот меня укачало там от одного видео и так далее. Сейчас я вам расскажу все более подробно. В общем, нужно, когда становится плохо, просто выходить на палубу, на свежий воздух. Неважно, вот сегодня, допустим, хорошая погода, бывает качает. Особенно, когда меня начинает подташнивать, даже меня, да, опытного моряка, после долгого перерыва бывает такое. Я просто выхожу на палубу, бегу 3-5 километров, и морская болезнь как рукой просто снимается. Поэтому всегда занимайтесь спортом, даже в море, в любую погоду. Выходите на свежий воздух, самое главное. Он больше всего пользу приносит. Идем сейчас у берегов Дании. Вот такая вот красота здесь. Сейчас я вам покажу носовую часть судна. О чем я хотел сегодня также поговорить. Приходите вы на новое судно, ребят. Если вас посылают на бак, да, бывает такое, что отходим. Вот есть, допустим, такой порт, как Фигуэра де Фос. Если мне не изменяет память, это Португалия. Вот. Выходили мы оттуда пару раз. И особенно зимой, осенью, там очень серьезная такая волна поднимается. То есть выход буквально там 20-30 минут. То есть ты на баке немножко замешкался, здесь вот концы убирать, да. Вот. Мастер кричит, бегом с бака, короче, это самое. Ну, как первый раз было, даже и не понял. Ну, бегом, да, бегом, короче, побежали. А потом уже, когда почти у настройки были, смотрим, там волна просто вот такая поднимается. И нос полностью уходит, короче, под воду. А там фишка какая? Там идет как бы зыбь атлантическая. Вот. И, соответственно, когда на миляку подходит, да, уже к молу туда, соответственно, она поднимается резко. Вот. Это участок очень опасен. Если ты находишься здесь, соответственно, ты можешь погибнуть. И таких случаев очень много было. Поэтому вы должны оценивать обстановку, да, не только за вас, там, капитан. Вы тоже должны понимать, что вы рискуете всегда на судне попасть вот под такую волну. И неважно, на баке или вы идете по правому, по левому борту, должны оценить, есть ли вероятность, что волна зайдет в тот или другой момент, когда вы будете проходить. Вот, поэтому, если не уверены, если вы боитесь, то вы можете либо переждать, либо сказать, что так и так вот волна заходит, куда вы меня посылаете. Тем самым избежать возможного травмирования вашего. Травмирование это еще хорошо, бывает и хуже. Вот. Поэтому говорю, вот, люди гибли просто вот на баке. Разбивало, вот стоишь где-то здесь, что, волна заходит, все, тебя просто убивает, вот об это все разбивает тебя, короче, просто в дребезги. Поэтому берегите себя, моряки, думайте о безопасности в первую очередь. Вы пришли на судно, здесь риски всегда очень высокие, пострадать. Будь то высота, будь то плохая погода, будь то просто вы когда идете по трапу, там в настройке можете подскользнуться, улететь. Бывало, падали, кувыркались, ломали руки, ноги. Вот. Поэтому... Safety first. Не зря пишут на судах, да, safety first. Большими красными буквами. Ну, как-то так вот об этом хотел поговорить. О двух моментах. Как бороться с качкой и о безопасности. На сегодня у меня все, ребят. Покажу вам еще вид с носа. С самого носа, как в Титанике. Мы идем в грузу, у нас осадка сейчас 5,8 метров. метров 80 сантиметров. Так будет звучать корректно. То не все поймут. Все, всем пока. Кому понравилось видео, ставьте лайки.